Итак, добрый день. Давайте с вами начинать. Сегодня у нас понедельник, новый рабочий день, но 30 января, конец января. Значит, время подводить итоги, да, возможно, какие-то время что-то совершать новое, и то мы с вами планируем делать. Давайте традиционно, значит, посмотрим на экономический календарь, что нас сегодня ждет. Праздник в Китае. Праздник в Китае. Праздник в Сингапуре, значит, о чем это говорит? Ни о чем это нам не говорит. Пускай себе будет праздник в Китае. Дальше, что еще? Все. Все, на этом, в принципе, все. Завтра, 31-го, тоже китайский праздник, и ничего интересного нету. Завтра доклад по кредитно-денежной политике Банка Японии, но это завтра мы обсудим, а другого пока на сегодня нету. Итого торгуем чисто по технике, так сказать. Торгуем по технике, проводим параллели. Так, ну поехали, евро. Значит, чего нам евро кажет? Начнем сантимент. Давайте сантимент. Значит, сантимент у нас выровнен. 44.56, да, вот так вот я покажу. 44.56, в принципе, все ровненько здесь. То есть движения могут быть в разные стороны. Если мы будем с вами смотреть стакан заявок, то мы с вами видим, да, большое скопление наторгованных людей здесь. 1.0660, 1.0760, это, собственно говоря, 0.660 здесь, 0.7.60 здесь. То есть вот за четверг-пятницу весь открытый интерес скоплен у нас здесь. То есть мы можем с вами говорить о том, что на самом деле никакого трендового движения в принципе нет. Сейчас мы с вами находимся, так сказать, в периоде, как это сказать, это период, наверное, флета, скорее всего. Набираемся объема, ну, посмотрим, что будет, собственно говоря, потом у нас формироваться. Давайте фьючерс посмотрим. Фьючерс, значит, что здесь? Открылись, во-первых, с гэпом, гэп-ап. И этот гэп, который пока не хочет закрываться, гэп всего 11 пунктов. В принципе, по теории он должен закрываться, но чего-то не хочет закрываться. Растет все равно вверх. Честно, я вам скажу так, что здесь очень все похоже на боковик. На боковик, такой достаточно большой боковик. Значит, у нас единственное, что вот здесь вот мы с вами видим, да, как много и сильно наторговались по факту. Вот. И здесь, наверное, это и можно ждать какую-то реакцию. Будет она или не будет, честно говоря, не знаю. Тут все так сомнительно. Такой импульс был такой хороший, да. А потом мы вроде бы как прошли. Давайте мы сегодня евро оставим в покое. У нас, наверное, тут флет. Накапливаются какие-то объемы. Куда мы из этого флета выйдем, я не знаю. Диапазон этого флета, да, как я сказал, 1.0770, 1.0760. Вот. И вот нижняя граница 1.0660, 1.0670. Вот такой вот флет, совсем небольшой на самом деле. Ой, вернее, большой. И вот пока куда-нибудь выйдем, пока ничего не делаем. Куда бы мы ни вышли, ничего не предпринимаем, ничего не делаем. Так, скринилку сейчас запущу. Так. Боковик, ребята, и по сантименту боковик, и по рыночному стакану боковик, и по фьючерсам, скорее всего, боковик. Поэтому посмотрим, куда мы из этого будем, собственно говоря, деваться. Либо вверх, и тогда мы с вами будем торговать вверх, либо вниз, и там будем с вами торговать вниз. Сегодня понедельник, и вполне возможно, что у нас будут движения внутри этого боковика, и никаких-то там пробоев не будет, в принципе. Поэтому, ну, не знаю, кто умеет или любит торговать в боковике, то, так сказать, пожалуйста. Так, здесь такие планы. Фунт. Что покажет нам фунт? Фунт примерно то же самое. Мы говорили о пробое. Был пробой вот этого шпиля, да, вот, то есть мы тут сработали на пробой. Очень хорошо. Пока других идей нету. Ну, давайте посмотрим, что сантимент.
рыночный сантимент, фунт-доллар выровнен, в принципе, ничего сверхъестественного тут нету. По рыночному стакану. Тоже давайте посмотрим. Ну, вся торговля была здесь. Ну, и тоже не по чистому значению. Ничего нету. Здесь какие-то стопы. 1.0790. Далеко. Здесь стопы 1.0480. Это, видимо, под этой шпилькой скорее 90, скорее не 80. Ну, 85 где-то, да. Еще стопы есть под 25.20. То есть вот под этой шпилечкой. Ну, на самом деле ничего не сказать. Чтобы там что-то было. Тоже открыли с гэпом. Ну, гэп маленький, в принципе. Тут скорее вниз, конечно, в принципе, но все так сложно, потому что фиг его знает, где мы завернем, да, либо здесь мы завернем, либо здесь мы завернем. И у нас находятся здесь стопы, и здесь стопы у нас находятся под этими шпильками, поэтому вопросов по ним много. Ну, давайте предположим вниз, то есть это только лишь предположение, это не значит, что мы там обязательно вниз пойдем, но тем не менее. Предположим, что цену будут останавливать вот здесь по 1.0630, 1.0670, вот такая вот широкая зона сопротивления. Значит, у нас есть стопы здесь, и у нас есть стопы вот под этой штуковиной. То есть мы можем ждать отскока, который вероятнее. Кстати, могут ли здесь ее остановить? Ее еще и могут и здесь остановить. Смотрите. 0.2560. Нет. 25.95 скорее. То есть нас оставят или здесь, и преимущественно движение вниз. Преимущественно движение вниз, и мы будем с вами работать. Собственно говоря, попробуем поработать по этому преимуществу. Но сделка такая на троечку. Так что проводите параллель тоже. Сопротивление взято отсюда, сопротивление взято отсюда. Стопики, находящиеся здесь, и стопики, находящиеся под вот этой шпилечкой 25 января. То есть мы ждем или отскока куда-то сюда, или отскока куда-то сюда, и мы можем рассчитывать на пробой и на пробой. Ну, вот такой вот сценарий. Значит, проедем ли мы до последнего, до нижнего пробоя, до вот этого, ну, тут еще под вопросом. Вот. Здесь тоже можно попробовать поработать на пробой. Здесь мы будем с вами пробовать шортить. Здесь мы тоже с вами будем пробовать шортить. То есть сценарий пока на продажу. Ну, лучше смотреть. Безусловно, вот в этих вот местах лучше всегда смотреть паттерны на вход в сделку, на покупку или на продажу. Вот. Канадский доллар. Здесь у нас что? Ничего не изменилось. Все так же. Здесь гэп закрывается, да. Значит, давайте глянем сантимент. Начнем со стакана. Ну, наторговались, понятно. Тут всегда так было. По идее, вот этой вот толпе не должны заработать, должны вырасти. Должны вырасти, но насколько мы там вырастем, честно говоря, не знаю. Стопов явных нету. Приоритет как будто бы вверх. Как будто бы вверх. И, наверное, это мы и будем с вами работать вот именно пока вверх. Вот, фьючерс, что нам показывает? 6C. Фьючерс показывает, я так понимаю, все то же самое. Не, посмотрите, как за пятницу наторговались вот в этом диапазоне. Да, очень четко мы здесь выторговались. Поэтому, наверное, мы отсюда должны все-таки завалиться. Единственное, что продавать пока сейчас это опасно, потому что у нас здесь есть поддержка, и мы будем с вами фьючерс, если да, речь про фьючерс. И мы с вами будем продавать фьючерс в поддержку. Это не очень хорошо. Вот, и лучше этим не заниматься. Лучше дождаться пробоя, который, вероятно, может наступить, и уже после пробоя работать на отбой, на тест и так далее, и так далее. Тогда мы с вами, в принципе, оставляем сценарий пятничный. То есть за пятницу ничего не произошло. За пятницу маленечко накопились, но, в принципе, ничего там существенного не произошло. Так. Вот своего рода поддержка. Вот тоже, в принципе, сопротивление. Сейчас покупать опасно. Лучше покупать, вот когда мы исключим сопротивление. То есть пробой на откате можем будем с вами брать тест и пробовать с покупками. Учитывая, что сегодня понедельник, большие движения не ждите.
не ждите. Но вот хотя бы до сюда, если мы с вами доедем, да, примерно 32-45, вот примерно, да, то вполне это было бы очень-очень хорошо, при условии, если сегодня понедельник. Дальше двигаем. Японцы. Японская иена заваливается. Гэп не закрывает, кстати, обращаю ваше внимание. Изменилось ли чего-нибудь по соотношению ко вчера? Ну, ничего. Ничего не изменилось. Давайте сантимент посмотрим. Так. Много участников наторговало здесь. То есть, прям 115.35. 115.35, понятно. То есть, вот здесь был объем. Он у нас... Вот, да, есть сторона застрявшая, есть сторона не застрявшая. Застрявшей стороны очень много, поэтому движение вниз, как нечего делать, должно продолжиться. Просто потому, что вот эти вот ребята, которые вот здесь купили по итогу в пятницу, да, и сейчас находятся в позициях, не должны заработать. Поэтому мы тут рассчитываем продажи. Несмотря на то, что многие инструменты мы ждем, усиления, да, по доллару, здесь будем работать на ослабление. По сантименту здесь выровнен, поэтому ничего сказать нельзя. Будем продавать, коллеги. Будем продавать. К тому же у нас есть стопы. Посмотрите, да, они находятся под 114.60. И они уже сработали, кстати. То есть это старая картинка. Стопы были здесь тут, и они уже сработали. Возможно, людей там повыкидывало, но тем не менее, мы будем рассматривать именно продажу. Здесь фьючерс перевернутый 6J, да. Что нам показывает? Показывает, что мы... Вот эту штуковину надо бояться, он показывает. Ну вот смотрите, фьючерс показывает, что мы с вами не должны двигаться сильно. Поэтому пока вниз заваливаемся и смотрим внимательно. Блин, ну покупать страшно. А если здесь продавать, то считайте, ну если здесь покупать, да, то считайте, что вы будете покупать во все вот это сопротивление. Это не есть хорошо. И это может закончиться достаточно плачевно. Вот так тут. Ну, давайте предположим, что сегодня в понедельник пробойных сценариев не будет. И все-таки тогда мы попробуем посмотреть именно к покупке. Поэтому зоны у нас точно такие же, ничего не изменилось. 114.40, 114.05 это поддержка. И мы внимательно, но с осторожностью будем смотреть, как будет реагировать на нее цена. Будет ли она от нее отбиваться или нет. Если будет отбиваться, то мы с вами будем попробуем купить. Но тут важно ставить стоп обязательно. Меня кто-то спросил, куда правильно ставить стоп. В этом случае правильно ставить стоп вот сюда, под 114.05. То есть, если мы его пробьем, тогда мы с вами будем работать дальше, условно говоря, вверх. Ну, видите как, что меня смущает? По идее, мы должны двигаться вниз, и мы вниз двигаться будем. После пробоя и отката можно пробовать шортить. И вроде бы все хорошо, но вот здесь вот, мы с вами смотрели фьючерс, очень большой объем. Получается, что мы будем продавать против вот этого большого объема. И он нас может встретить, так сказать, неприятно. Вот. Поэтому мы назначаем этой сделке, наверное, троечку, имеется в виду по адекватности. Да, если что, попробуем откупить, если что, попробуем отпродать, если после пробоя. Поэтому мы вот так тут с вами, наверное, сделаем, так с вами нарисуем, будем этого ждать. Учитывайте, что иена тестируется очень глубоко, поэтому вот сюда заехать мы можем, как нечего делать. То есть 114.20 попробуйте брать пониже, потому что тут стопик покороче получается. В 20 можно попробовать заскочить. 20-25 это будет нормально. Сильно не рискуйте, потому что сделка, честно говоря, стрёмная в этом формате. Поехали. Австралиец. Последний инструмент на сегодня. Да, кстати, я хотел новозеландец добавить. Наверное, добавлю, но мне перед этим надо посмотреть фьючерс его, как он работает, как он отрабатывает, так далее, так далее. Поэтому не сейчас, но в перспективе вполне. Что здесь? Ничего не изменилось, обратите внимание. Как было, так и остается все. Много людей, кто напродал здесь. Обратите внимание, 75.40, 74.90, 75.40. Вот, да, они здесь понапродавали. Обращаю ваше внимание, да, точно, ну здесь идет накопление явное, и здесь явно людей, которые понапродавали в этом диапазоне, в этом и то кто-то даже в этом. Вот, поэтому мы по идее должны пойти против толпы, то бишь вверх.
немножечко не вяжет это с общей концепцией, если мы там фунт рассматриваем вниз. Поэтому тут, так сказать, с осторожностью отнесемся. Но что поувереннее есть, так это вот эти вот стопы. Посмотрите внимательно, они есть над 76 ровно. Это вот эта вот шпилечка и вот шириной там в 20 пунктов есть стопы. Поэтому здесь мы с вами поставим лимитники и будем рассчитывать на пробой. И других идей пока, собственно говоря, нету. Во фьючерсе тоже там смотреть нечего. Там все примерно точно так же будет. Вот. Идея, в общем, поработать на пробой, на стопах. Будет ли в понедельник пробой, не знаю. Но именно лучше пробой, чем отбой, да? 14.20, 76.20. То есть вот такой вот тут пробойчик возможен. Приоритеты пока вверх. Пока не исключим покупателя. Вот такой сценарий. Так. Еще раз, да? Вот у нас поддержка. 75.15, 74.95. Вот здесь у нас хай. Мы, в принципе, должны с вами двигаться как-то там вверх. И, если что, будем работать на пробой. Вот здесь вот. Вот. Ну и, в принципе, общее движение, так сказать, вверх, поэтому тут без фанатизма. Вообще, в целом, если все подвести сегодня, итог, да, так сказать, то на самом деле очень много инструментов, которые непонятны. И учитывая, что сегодня понедельник, больших движений, может быть, можно и не ждать, поэтому, не знаю, нету какой-то конкретной зоны, поддержки, сопротивления, которую можно было бы работать. Поэтому тут поосторожнее, повнимательнее. Вот, и мы, в принципе, на этом будем завершать. На этом всем большое спасибо за внимание. И успехов в торговле на сегодня. Все, встретимся уже в этом формате завтра с утра.